Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас на канале Эллен Брук. Сейчас, в преддверии Нового года, когда каждая хозяйка планирует новогодний стол, я решила подбросить вам несколько проверенных суперблюд, которые с уверенностью не только украсят ваш стол, но и доставят вам и вашим гостям море удовольствия. Поэтому обязательно оставайтесь до конца этого видео и, конечно же, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, иначе подружиться. Итак, начнем. Все ссылочки на блюда вы найдете под этим видео, а также следите на экране. Первое блюдо перед вами – это киш лорен, или иначе лоранский пирог. Очень вкусное и эффективное. База – это тесто, а начинка состоит из грибов, шампиньонов, брокколи и заливки на базе сливок или сметаны, сыра и яиц. Если приготовите раз, то на этом не остановитесь, поскольку вам оно с уверенностью очень понравится. Очень эффективное, вкусное, привлекательное, а главное неожиданное. И вы удивите своих гостей очень вкусным блюдом. Но торт Наполеон никому не нужно представлять. Многие его очень любят с детства. Рецептов и вариантов этого торта очень много. Мой отличается очень нежными и хрустящими коржами и таким же вкусным и нежным кремом. Готовится он очень просто, эффект замечательный, вкус Меня даже заклинило, потому что я не могу подобрать нужный эпитет. Посмотрите на эту красоту, и этим все сказано. Очень советую приготовить. Также сгущеночка за 20 минут в домашних условиях, я думаю, пригодится каждой хозяйке. Вкуснейшая сгущенка в таком количестве, в каком вам нужно. Только два ингредиента и 100% уверенность, что нету никакой химии. Следующий рецепт – это домашний вкуснейший чизкейк. Я его уже готовлю много-много лет, и этот рецепт мной даже уже немножко усовершенствован. Также советую всем его приготовить на праздничный стол. Ничего сложного в нем нет, и еще очень немаловажный плюс – это то, что в состав творожной начинки не входит ни грамма жира. И это означает, что он не такой калорийный, как обычные чизкейки, в состав творожной начинки которых входит достаточно большое количество жиров. Торт Прага может быть хитом не только новогоднего праздника, особенно если приготовлен по ГОСТу. Мой как раз тот случай. Если вы любите бисквитный торт, а также хотите, чтобы в нем присутствовал ореховый корж, этот рецепт для вас. Рецепт бисквита просто замечательный. Моей бабушке получается всегда, как видите, очень высокий торт, вкусный бисквит получается сухой, без закалки. Очень советую этот способ, вы оцените его по достоинству, поскольку знаю, что у многих проблемы с выпечкой бисквита. На этом у меня все. Просматривайте мой канал, там еще найдете много очень других рецептов, которые, возможно, вам пригодятся. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!